Привет! Меня зовут Юлия Белая, и я корреспондент медиацентра ДВФУ. Сегодня я расскажу вам о том, как в стенах нашего университета проходит школа «Студ весны». Студенчество – пора неразрывно связанное с музыкой и танцами. Конкурсы вокального и танцевального мастерства, талант-шоу, концерты – все это проходит в каждом университете. Ну а в ДВФУ прокачать свои танцевально-музыкальные навыки вы можете на площадке школы «Студ весны». А скажите, пожалуйста, какое значение имеет творчество в вашей жизни? Огромное, печальное и веселое одновременно. Мне это нравится. У меня в семье есть музыканты, и для меня это очень важно то, чем я занимаюсь сейчас. Для меня это такое душевное спокойствие, то есть я не могу без этого жить. И, честно говоря, я не представляю, чем я буду заниматься после учебы, потому что я хочу петь, а петь – это не прибыльно. Вот, поэтому я не знаю. Ну, вообще, это очень много для меня значит, и я не хочу заканчивать это все. И университет очень много дает в этом плане для меня возможности развиваться в этом направлении, и это круто. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Танцы и музыка являются средством постижения мира. Они сближают абсолютно разных людей и помогают им разговаривать на одном языке – языке искусства.